Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёрдс. Как вы знаете, я очень люблю всякие соулслайки. Вот, эта у нас игра называется Little Witch Nobeta, Nobeta, я не помню, сейчас будем разбираться. Русский язык, есть это метроидвания, метроидвания. Я такое не очень люблю, но кто я такой? Я лишь покорный слуга, который обожает пробовать игры, похожие, у которых есть плашечка, похожа на Dark Souls. Если есть плашка, похожа на Dark Souls, у меня, ну, короче, да, поехали. Давай посмотрим, что у нас по звуку. Уже нравится звук. Он такой убаюкивающий. Главное не уснуть. 60 FPS, фига, обижайте, без ограничений. Ну, наверное, давай нормально разберемся. Так, назад. Сохранилось, да. И давайте приступим к игре. Я не могу контакт выключить, к сожалению. У меня происходит загрузка ВКонтакте. Я не могу отключить контакт, простите. Давайте начнем новую игру. Я люблю трудности, но это Metroidvania, сорян. В Metroidvaniaх я предпочитаю быть без трудностей, с вашего позволения. Nobeta все-таки называется. Простите, если мы ее не пройдем. Если мне не понравится, простите, я просто... Ну, я посмотрел в Стиме, короче. Я не помню, я давным-давно видел, но тогда не было торрента. Сейчас я нашел торрент, говорю, торрент. Дай, пожалуйста, скачать. Он говорит, братан, все для тебя. Я скачал, и вот мы здесь. Осуждаю торренты. И я вот никогда не пиратил, вам не советую. Замок — это то самое место. Селшейдинговая рисовка красивая. Престол, говорит. Если смогу добраться до престола, то, возможно, узнаю, кто я. Ты же маленькая ведьма. Мяу. Кошка. Кататян, она сказала? Где Кататян? В сумке, наверное, у нее. Она просто не заметила. Престол у меня проведет черная кошка. Откуда она знает, что черная кошка? Мне нужно найти черную кошку. Так она же мяукала, родная, она где-то здесь. Так, говорит, вперед. Ладно, пока ничего не понятно. В Dark Souls'ах тоже ничего не понятно. Ну там вообще непонятно. А тут нам четко сказали, есть престол, есть цель, и есть кошка. Действуй. Господи, такая маленькая ведьмочка в таком огромном замке. Как бы, знаете ли, не потеряться. Это 3D игра? Подожди. По-моему, это 2D игра должна была быть. Молитесь, что ты выкинешь, чтобы сохранить игру. Просто понимаете, я проверил название. Я не нашел название у себя в ютубном канале. Так что, по всей видимости, я не играл в эту игру. Ага, проекторы. Ой-ой. Что это за кнопка? Суперсила, по всей видимости, на квадратик, окей. Все, в принципе, 3 кнопки я знаю. Большего мне не надо. Я внезапно нашел, где спринт. Давайте попробуем поиграть. Пока что приятно выглядит. Оказывается, надеялся на 3D, на 2D, а тут 3D. Представляете, это в 2 раза лучше, чем я думал. ЛТ, чтобы прицелиться, нажмите. Это я разобрался, игра, ну ты обижаешь. Прыжки атака, РБ, чтобы нанести посохом. Да я команды, любой школьник это найдет. Бэм, сюда, ой, господи. Вот это акселерация прицела, мама родная. Я могу просто стрелять, да. Тупо от бедра буду бабахать. Вроде получилось. Они взрываются, они наносят урон. Хорошо, приятно. Посмотреть подсказку. Держите, бежи. Быстрее. Хорошо, это я же маг все-таки. Давай супер-мега-убер-пупер-силу бахнем. Хадукен! Просто аннигиляторная пушка. Жух. Что красиво. Испытываю восхищение, на самом деле. От своих возможностей. Жмите уклониться, и я разберусь как-нибудь.
Ой-ой, тихо-тихо-тихо, не надо стрелять. Ага, сбрасывается. Что она в молоко стреляет? Молодой прицел сбит. Такая музыка воинственная, как будто я какие-то невероятные вещи делаю. Я просто с молитвами сражаюсь. Звуков окружения слишком много, по-моему. Л во время движения, я понял. Ну просто заспидранить надо. Секретный проход, может быть? Я особо могу или не могу комбинировать магию и выстрелы. И нам всему с вами предстоит обучиться. Ага, восстанавливаю, да, понимаю. Так, и как с этим драться? Ой, ты смотри, козлая. Пипяк, она меня напала. Ой, малая, ты шо упала? Это типа когда стамина заканчивается? Короче, от бедра очень сомнительно она стреляет. К сожалению, моему величайшему. И в милишке не то чтобы много бьет. Хотелось бы, знаете ли, побольше бы. Не позволяет вам пасть. Серьезно? Забавно. Нет возможности. Сила в луны. Мало урона. Что ж такая кривая у меня? Наводчица. Не, ну пока что вроде бы играется вполне себе. А дабл джампа нет, ладно. Да, когда нету стамины, просто падает и отдыхает. Понятно. Ну хорошо. Наверное, эта штука откроет проход снизу. Было слишком очевидно. Могу? Не могу, что ли? Серьезно? Не могу. Угу, вон оно как. Прикольно. Увеличитель сумки. Приятно. А мог бы и не получить. Лязь, вы можете, чтобы открыть? Ага. Могу что-нибудь? У меня 90. Давай тогда здоровье. Мана. Я же все-таки магичка. Потом давай интеллект. И скорость. Нельзя торговать. Не уверен, что хочу облик. Ведьмочка. Ага. Служанка, матроска, купальник, медвежонок, зайка. Неплохо, неплохо. Pretty cool, you know. Так я это могу бесконечно долго спавнить, по всей видимости. Вроде получилось. Ой-ой. Мы здесь залочены. Что, прочесть заклинание?
ничего это мне даст. Кристалл надо пробить? По-моему, нет. Давай еще раз, Серж, не попал опять. Не, 100% нет. Тогда просто дальше пойдем. Или не очень-то пойдем. Наверное, вот то, что мне сказали, надо сделать, да? Угу, насквозь надо пахнуть было. Наживаем? Ну, получается. А, ну либо вообще кристалл надо ломать. Только выключить не могу почему-то. Автонаведение просто говном воняет, дамы и господа. Вроде самое главное дело сделано. Кристаллам ничего не получается провзаимодействовать. Тогда пойдем далее. Маленькая кошка. А вот и киса. Нет, кошечке грозит опасность. Тупо по-македонски с двух посохов побахать было бы здорово. Я думаю, вы понимаете, что тяжело целиться. Разумеется, прошу меня простить. Джойстик. Джойстик, ты чё? О, то-то, господи, это озвучка. Слушай, а чё за дела? А, я... Тут переход в катсцену не работал несколько раз подряд. Ну давай, ладно, смотреть. Хорошо, теперь ты можешь спуститься. Ох, как же хорошо, что ты не поранилась. Теперь ты в надежных руках. Иди сюда, киса, я буду тебя защищать. А ты станешь моей проводницей. Ну просто идиллия, жена, дети и одна фамилия. Вариантов у нас идти особо некуда, значит пойдем сюда. В единственный открытый проход. Ну, как с дробовика. Нормально, слушай, достаточно эффективно. На самом деле. На самом деле думал, секретные секреты будут, но нам не положили, как всегда. Скорее всего, нам направо. Давайте одним глазком глянем, что у нас здесь имеется. Да, весьма эффективно. Чем в милишке по 10 урона наносить? Здесь можно... Обычный кристалл защиты наносить гораздо больше. Нормально. Вроде бы получается. Как же долго она при смене направления восстанавливается. Это просто прям не в сказке сказать, не пером описать. Лёха, как монстр это? Монстрять. Ой, там большая какая-то.
Да, я походу как дробовик вверх отводится от отдачи. Унизил Анивай. Поврежденные доспехи всадника. Смогу ли я их надеть, если я маленькая ведьмочка? Что-то вроде хаба. Нужны проклятия, справиться с проклятием сейчас. Сложно. Давай поглядим. Давай здоровье, здоровье не ошибка. Видимо, вниз идем. Вариантов ошибка много нет. Прицел, только сейчас мне об этом говорят. Чего? Ах, говорит. Ну давай драться, петушок. Ничего себе в нем хп. Прям очень немало. Не ожидал этой атаки. Чу, слишком легкая сложность. В этот момент этот петушок мог бы урон получать. Давайте будем честны. Достаточно приятная анимация, кстати. Сюда получаю урон. Хотя не стоило бы. Нажимал ворот? Я отвечаю, я нажимал ворот. Тут я ничего не видел. Это ж извините. Прикольно, он голосом говорит, когда будет атаковать. Можно такой урон по-панский. Братан, а что с лицом? Не успел зарядить. Кого же можно просто заспамить этим? Легчайший босс. Аннигилировал его. Ему надо подойти или чем? Кат-сцену надо было подождать, понимаю. Это сотворенная душа, она хотела мне помешать, а значит она охраняет престол. Что происходит? Дальше нельзя. А откуда такая мощь?
киса говорит. Путь твой закончится здесь. Но это тупо аллюзия на волка Сифа и Арториаса, которые в бездне оказались, но кошка как Арториас спасла щитом собой. Не знаю, честно говоря. Вроде и прикольно, вроде и однотипные противники, одинаковые коридоры. Очень медленные диалоги душные. Госпожа Нобета, наконец вы возвратились. Но вы мне еще собираетесь лежать, вставайте уже. Где я? Следуйте за мной. Пойдем другим путем. Киса, ты что, разговаривать умеешь? Разумеется, у тебя слуга великой ведьмы Нубеты. А вы помните ли вы свою цель? Я должна добраться до престола. Какая ж нудятина, мама родная. The Sword of Hero. А чё, и всё? Я просто почитал об этом? Забавно, понимаю. Миссис Кишева, киса, вы где? Стихия ветра, это, конечно, приятно. Как стихию ветра? Стихийная магия, стихия ветра. То есть я уже это умею, окей. Уж такие штуки можно мутить теперь, мама родная. Закачаешься. Осика, куда? Сюда, по всей видимости. Давай немножко стамины бахнем на все бабки. Стамины много не бывает. Давайте, наверное, на этом замечательном моменте мы закончим. Премного всех благодарю за просмотр. Буду очень рад почитать ваши комментарии. Ну и после этого решим, будем продолжать или нет. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Если что, можете подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм-канал. Есть еще Boosty, там много интересного контента, подкастики, лайв-формат. Всем удачи! А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем Boosty. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на Ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.